Вот сегодня салат хочу сделать морковный. Вот килограмм моркови тру на мелкой терке. Вот на такой. Вот. И вот таких два больших зубчика чеснока. Можно три, можно четыре, ну кто как любит. Вот сейчас натру, покажу, что дальше делать будем. Это салат простой. Тут морковь, чеснок, соль и майонез. Больше ничего не надо. Ну, он очень вкусный. Вот чесночок я один уже натерла, сейчас второй тру, потом третий. Но это на вкус, только на вкус. Не перебарщивайте, это будет очень горький. Ну, кто любит много чеснока, можно много положить. Вот, вот на такой мелкой терке третий. Вот так. Чтобы морковка была нежной и сочной. Вот последняя морковка. Сейчас. Ставьте нам лайк, подписывайтесь на наш канал. Мы готовим самые простые блюда домашние, которые сами едим. Ничего вычурного нету. Майонез можно любой. Соль тоже кладите по вкусу. Я всегда вот так солю. Вот это прикрыла солью чуть-чуть. Достаточно. Если морковка не сладкая, можно немножко сахарку добавить. Чуть-чуть так, пол чайной ложки на вкус. Вот. Ну, это тоже все на вкус, все на ваше усмотрение. И майонез. Тоже много не кладите. А вот сейчас помешаем, посмотрим, что получилось. В общем, соль. Морковь на мелкой терке, майонез. Можно сюда положить тертые орешки на терке. Грецкие всякие. Но у нас дети не едят. Я не ложу поэтому. Вот еще добавлю майонеза. Морковь немножко суховатая. Сейчас все хорошо перемешаем. Посмотрим, чего добавить. На вкус попробуем. Слишком жидким не ставьте. Ставьте нам лучше лайки и подписывайтесь, пожалуйста. Если вам не трудно, нам приятно, а вам не трудно. Вот майонеза еще маловато, сейчас еще добавлю. В общем сложности у меня здесь ушло где-то 5 столовых ложек майонеза. Вот так посчитайте. Вот. Все нормально. Вот. Сейчас он настоится, перемешается где-то в течение часа, и можно его кушать. Да и сразу можно кушать. Свеженький, вкусненький. Вот такая красота. Сюда можно еще зеленый горошек положить или кукурузки. Сейчас я кукурузу положу. Обыкновенная кукурузы, где-то 2 столовые ложечки достаточно. Любите больше кладите, но мне кажется, этого достаточно. Можно зеленый горошек, ну, вкус поменяется, другой будет вкус. Я люблю, когда сладкая такая морковка. Попробую, что на вкус получилось. Кушайте на здоровье, готовьте вместе с нами. Спасибо за внимание.